Меня зовут Анастасия Гловацких, мне 21 год, я из города Екатеринбург. Я близнец, постоянно подвергаю все сомнению. Я не могла долго определиться, в чем-нибудь в платье или там в джинсах в рваных. Почему ты в шляпе? Потому что она моя счастливая. Я очень люблю шляпы, и данный аксессуар, он постоянно спасает меня. Этот год для меня был таким високосным. Меня укусила в этом году собака, я безумная собачница. Я постоянно глажу, облизываю каждую дворовую собачку, и вот одна из них на меня напала. Ты сегодня в форме? Ну, голос бы там туда-сюда. Спала всю ночь, нервничала, переживала. Пыталась договориться с подушкой, чтобы она в конце концов успокоила меня и дала мне немножко выспаться. Музыкального образования у меня нет. Голос — это мой первый проект. На данный момент я чувствую себя в нужном месте, в нужное время. Опа! Ну все. Главное, не упади, держись там. Даже спорить не буду. Здравствуйте. Ну вот люблю я сумасшедших, ничего не могу с собой поделать. Как будто бы и в этот раз угадала. Давайте познакомимся с вами, прекрасное создание. Меня зовут Гловацких Настя, я из города Екатеринбург. А сколько вам лет? Я так переволновалась, что даже во рту все пересохло. Все, выдыхай. Сколько лет? 21. Отлично. Вот, знаешь, очень круто, я не смогла не повернуться, когда ты прям совсем начала баловаться, такая бесстрашная. Вот это очень я уважаю в артистах, когда понятно, что тебе очень было страшно, что ты жутко волновалась, ты даже на меня не взглянула, когда я повернулась, я поняла, что так, не сбиться, дальше допеть. И это было видно, но в голосе этого было не слышно, и ты выглядишь так, как я представляла себе, что ты выглядишь вот так. Отлично, все сочетается, и мне кажется, я даже знаю, что мы с тобой будем делать, как будто бы... Как будто бы есть у меня пару мыслишек. Вот, так что я очень рада, что ты со мной, а я с тобой. Я еще на самом деле не понимаю, что происходит. Что происходит? Что происходит? Что уже все произошло на этом этапе, все нормально. Того. Я настолько счастлив, настолько рад, что готов тебя обнять, Дим. Ты мне можешь даже поцеловать, можешь мне даже товарищеский пендель дать, да. Поздравляем! Ты клевая. Думай, и я буду думать, а я.
Ничего, ничего.